Всем привет, ребят, с вами я, как и сегодня я не один, а со мной, кто бы мог подумать, корова! Это, да не ты, не ты, не ты корова, не ты корова! Всем привет, ребята! Фласка, ты... Привет, Акаги, как дела? Фласка, ты же знаешь, чем мы сегодня с тобой займемся? Конечно же, да, но рассказывать я никому не буду, и вот ты меня обидел, все. Прости, пожалуйста, я встал на колени, все, извини, пожалуйста, я на коленях, Смотри, я на коленях сейчас перед тобой стою, ну, пожалуйста, ну, прости меня, пожалуйста. Я хочу тебе кое-что сейчас показать, пошли. Это как будет, как в тот раз, да, какую-то фигню покажешь или что-то интересное? О, да. хочу рыбку. Не надо рыбку, ладно, не надо, ладно, не надо, ладно, потом ладно, поедим, ладно. Потом поедим. Голодная, я понимаю, хотя только что поела. В общем, смотри, мы сейчас с тобой будем ломать дерево, гляди, сейчас ты обалдеешь, Теперь у нас будет Майнкрафт с реалистичной физикой. И это даже не тирдаун. Это, знаешь, это очень удобно, смотри, мы сломали снизу. И у меня уже 14. У меня 28 досок, ё-моё, это уже 8 палок досок. Я ломаю дальше. А я, знаешь, что сделаю? А я сейчас сделаю топор, и мне будет в разы проще. Так, топорик сделаю. А я уже с помощью твоего верстака уже все сделал. Ты так говоришь с помощью моего верстака, будто бы мне было жалко. Смотри, как реалистично он сломался. У-ху! Грибочки! Мне нравится, как здесь все разрушается. Это просто шикарно. Ты думаешь, что эта физика распространяется только на деревья? Но нет, это распространяется на все, и даже на гриб. Да, мы только что это показали. А с чего ты взял, что я так думаю? Я вообще-то знаю, как это работает. Ты что, я вообще-то профессионал в Майнкрафте. И сколько часов у тебя наиграно в Майнкрафте? Наверное, 1003. 1003? Нифига себе. Ну, мы с тобой, мне кажется, уже очень много дерева добыли, прям очень много. Нам столько дерева рели не надо. Смотри, темнеет, нам надо с тобой какую-нибудь деревню найти. Спать-то где мы будем? Так, я вон там видел деревню. Пошли за мной. Во, видишь, давай. Там как раз-таки рядом с овцой. Да-да-да, балдёж. Так а зачем нам овца, если мы можем просто отжать какую-нибудь кровать в деревню? Так, а нам надо как-то с тобой еду-то добывать. Вот, кстати, вот, например, свинюшка. Пойдем, будем сейчас убивать ее. Это нельзя показывать. Это цензура. Ты что творишь? Это нельзя такое показывать. Нельзя, но при этом ты сама все делаешь. Слушай, он слишком реалистичный. Ну, я знаю, что он слишком реалистичный, но я знаю, что мы с тобой забыли сделать. Ты где? Я хочу туда. Куда? Ты выжила? Как? Да, я выжила и, наверное, я буду ночевать здесь. О май гад, я забыла, что это работает так. Тут обвал. Блин, как бы сделать обвал тебе здесь, а? Ладно, я знаю, что делать. Опа! А как я сделал? Я сделал красиво. Ага, давай. Я думал, ты заберешь все мои вещи, а ты ничего не забрала. Нет, зачем? Мы же с тобой друзья, правильно. Так я не буду мешать тебе. Ты. А. О, грави. Слушай, а мне интересно, вот смотри, я сейчас вот добыл как бы камень, но при этом также добылась железная руда. И она мне нужен уголь. Ну, это легко, типа, ну смотри, как это делается. Да я знаю, не показывай, не надо, я хочу, я знаю. Слушай, а знаешь, это очень удобно, я тебе скажу. Конечно, это очень удобно. Ты, по сути, можешь добывать всего лишь один блок, но при этом ты получишь еще больше. Окей, я тогда закинул все это переплавлять уже, но... печку, слушай, все, вот это моя печка, не трогай ее, вот, все, вот это моя печка, не трогай. Мясо можешь вернуть, ты вообще, что ли? А, я... Мясо верни. Да, держи, 7 штук у тебя было. Можно я еще расскажу, мы с тобой кое-что забыли сделать. Что? Поприветствоваться. Я вспомнила, погоди, поприветствоваться. Давай. Чур, ты начинаешь, я заканчиваю. А, погоди, подожди, да, мы что сейчас? А перед началом видоса, конечно же, мы уже его начали. Но давайте мы наберем на этом видосе сколько лайков. Фласка, давай, сколько ты хочешь лайков? 50. Я хочу 51 лайк. Ребята, давайте... Я хочу 52 лайка. Ребята, давайте сделаем фласку и наберем целых 53 лайка на этом видосе. И, конечно же... 54. 55. 56 лайков. В общем, ребята, каждый, кто сейчас посмотрит видос, обязательно поставьте лайк, потому что это очень крутой видос. И как бы не забудьте нажать на кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые крутые видосы. И, возможно, я Фласке скоро сделаю предложение, либо приглашу на свидание, кстати. Что, ты не сможешь меня мне отказать? Меня интересует только жареная свинина. Вот когда станешь свиньей... А, ты, кстати, близок. Да. Заткнись. Что сказал? Я слышь? Сказал, заткнись. Слышь, подойди ко мне, я тебе сейчас покажу, как это делается. Это было больно, прости меня, пожалуйста. Кстати, погоди, мне нужно железо. Так, погоди, я что-то хочу. А что я хочу? А тебе сколько железа надо? Смотря на что, мне нужно одно. Стоп, как огнево делать? Три, два. Одно. Два? Давай, держи, я тебе скинул. Подожди, стой. Мы же с тобой теперь можем вообще... Мы пройдем Майнкрафт с тобой очень быстро, потому что нам теперь не надо алмазную кирку какую-то, чтобы... Всё, я хочу челлендж. Какой челлендж? Я хочу посмотреть, как сломается Эндер-дракон.
Слушай, подожди, а это идея, это прям отличная идея, я бы даже сказал, ты такая умная, я тобой горжусь. Мама тоже мной гордится, мама говорит, что я самая умная девочка на свете. Тебе тоже так говорит? Ну, мне не говорит самая умная девочка на свете, конечно, ну ладно. Слушай, у меня тут проблема, тут крипер оказался. О, крипер, я люблю обнимашки, обнимашки. Погоди, их там двое, нет, двоих я точно не пережу. Погоди, у меня есть, я знаю, как бороться с ними. Ну тут очень темно, погоди. Мне нужны, так все, там что, нам нужны факела. Да, я сейчас все сделаю, погоди, вот не торопи меня, ей-богу. Так, кто тебя торопит? Давайте даже щит сейчас сделаю, потому что я как бы хочу о тебе позаботиться. О, мне щит? Балдеж, так я никогда еще там-то не пользовалась, так? Серьезно? Вот, держи, я тебе скинул здесь. Вот пока ты там занимаешься какой-то фигней, я, пожалуй, сделаю себе, о, такой вот шлем. И, в принципе, можно уже отправляться... Опа. Ты с ума там сходишь или чё? Чё там с тобой? Слушай, если я говорю сама с собой, хочу и говорю, ты не имеешь права меня осуждать. Так понял? Я тебя не осуждаю, никогда не осуждал и никогда не буду тебя осуждать. Ты чё, совсем что ли? Ладно, я пошел с криперами драться. Давай, до свидания. Нифига! Надеюсь, ты бомбанул, ты бомбанулся. Посмотри на меня, ты уже рыпнулся? А как? Я рыбка теперь. Давай сюда, давай сюда. Погоди, мне без факела очень темно. Погоди, дай я сделаю быренько факел. И дай поставлю переплавлять. У меня есть факел, давай иди сюда. Юху! Факел есть, давай, все, побежали. Короче, смотри теперь, как взрываются криперы. Стой на месте, стой на месте. Вот, тихо. Смотрю. Ага. Это ж просто... Стоп, здесь мы как раз... Смотри, сейчас бомбанем. Опа! Я, пожалуй, пока железка добуду. Нифига себе, здесь я обвал просто устроил. Это выглядит просто шикарно. О, я, кажется, тоже. О, этот обвал мне раскрыл столько... Да я пройти не могу, что происходит, я не понимаю. Что прикол, мне засусало. У меня почти инвентарь ведь забился этими блоками. Какой хорошо. О, сколько железа. Ёлки-палки, мне нравится. В смысле? Э-э, стоять. Смысле стоять, моё. Ух, ты ж как много. Моё. Да, всё, уйди, не трогай моё. У меня, оказывается, очень много железа теперь, оказывается. Да, надо все это переплавить. Слушай, так, ты же... Я, кстати, нашел для тебя синоним, ты теперь мусорка. Ой. Стоп, нам нужно лук с тобой, чтобы в дракона стрелять. Ну, кстати, да. Можно, конечно, его просто так найти, а можно скрафтить. Погоди, нам нужна какая-то дырочка, куда нам все. О, в лаву, точно, я скину все ненужное в лаву. Так. А, кстати, у меня есть нитки, поэтому я могу сейчас сделать лук. О, а можешь мне тоже сделать? У меня есть нитки, но я не помню, как он крафтит. Давай сюда, скидывай мне, я сейчас скрафчу. У меня всего две. Давай, как раз таки. Держи, все, я тебе скрафтил. Спасибо. Теперь мне надо, получается, крафтить себе и вещи. Так. Вещи. Надо бы еще как-то нам добыть стрел. Ты помнишь, как крафтятся стрелы? Да, нам нужно перо, палочка и... Кремень? Кажется, да. Он у меня был и что-то нет. Кажется, выкинул. Бывает. Ну ты молодец, ты умничка. Что я могу еще сказать? Знаешь, это очень удобно. Ты просто копаешь, идешь, копаешь, и дай бог что-нибудь нормально, да и найдет. Слушай, в этом мире находится столько вещей, что у меня уже начинает пролагивать. Вот ты сейчас начала ломать, у меня начало лагать. А, ну сори. Знаешь, что тебе. Ну, компьютер, да. Надо будет это дело исправлять. Киньте Акакию на новый компьютер. Да, донейшн алерт, ссылочка есть в описании. Слушай, мы с тобой, в принципе, готовы уже отправляться в ад. Так, у меня фул броня или не фул броня? Вот скажи мне, пожалуйста, минуточку, а какого фига ты взял мои... Так, потому что мы с тобой так или иначе, с тобой сейчас будем делить-то все поровну, держи. Ну, слушай, мне все равно не нравится, что ты взял мои слитки. А у тебя есть еще железо? Да, есть, но оно не переплавлено. Закидывай. Я вообще ничего не нашла толком, одну нашла. Слушай, нам с тобой пора уже отправляться в ад. Я знаю, но... А у нас уже фул? А зачем тебе еще было железо? Ты... Ну, это на всякий случай, чтобы мы сделали с тобой уже железные мечи, топоры и так далее. У меня, в принципе, 7 железных слитков есть, так что можем с тобой, в принципе, сейчас сделать... Конечно, мои же спер, да? Да, в смысле, у тебя там один только был, а все остальное неважно, у меня... Неважно, даже его ты спер. Слушай, так, смотри, что лучше ты хочешь получить? Либо меч, либо топор, выбирай. У меня меч есть. Ага, значит, я делаю 2 топора. Топор просто, он наносит больше всего урона. А, ну зато он массово не дамажит. Ну это да. Так, ну смотри, я тебе кирку сделал, хотя кирка нам, по сути, бесполезна. А, там два дырма. Помочь? Давай, пошли. Ты уверен, что хочешь с ними сражаться? Да легко сделаю, смотри. Ага, давай, опа. Так, стоп, он и сейчас. Ага, давай.
О, нам выпал глазик. Глазик выпал. Из него есть... О, да, один глазик у меня и второй у тебя, да? Или у меня? Не-не-не-не, у меня только один. Был бы, если бы ты не забрала. Так, держи топор, держи кирку. Надо бы еще нам сделать самое полезное, это мотыгу. Мотыгу? Так, если мы вас сразу, ты хочешь что-то выращивать, давай просто лучше... А зачем нам мотыга-то? Я просто так это сказал. Так, нам нужно с тобой найти мясо. О, есть деревня, давай деревню грабанем. И для чего? Ай-яй-яй-яй-яй. Какая деревня красивая, ты глянь. Давай жителей убивать. Зачем? Бегите, жители, он ненормальный, он сумасшедший. Бегите, бегите. Я его сломал случайно. Ну, конечно, то есть мне нельзя их убивать, но при этом ты можешь ломать их дома, серьезно. Одно дело сломать дом, а другое дело... Сломать жизнь. А, и ты решил полностью весь дом переломать, так ты уж... Нас сейчас должно интересовать попытка попасть в ад. А я, так что, все на изи, нам нужна лава? Да, ведро воды у меня как раз таки есть, и надо найти озеро лавы, а озеро лавы я не знаю, где находится. В смысле, так не обязательно озеро лава? Обязательно, обязательно. Это хороший вопрос, так это нам стоит просто в шахту пойти, там и найдем много лавы, мне кажется, нет? Но это будет намного сложнее, нежели в обычном мире, мне кажется, то есть над землей. А, просто побегать хочешь по миру? Да, давай. Мне кажется, мы с тобой быстренько это все найдем. Сейчас деревню грабанем и пойдем. Да, я уже пошел. А, да? Да, ладно, ищи меня. Нашел, я нашел. О, еще и коровка! А, слушай, слушай, у тебя есть это, еда есть, печки есть? Короче, на, держи. Печка. Держи, готовь. Печка есть, но. Так, мне бы, наверное, еще одну печку сделать, чтобы было все быстрее. Я тебе могу еще камни скинуть. Вот, держи булыжник, если что. Поверь, у меня этого булыжника просто. А верни тогда! Блин, лопата нужна так-то, по идее, ну да ладно. Так, еще ты делаешь, я не понимаю, что ты делаешь. Что это такое? Сейчас тебе покажу. Это портал. Ну ладно, я понял, надолго пойду, пока поем. А ты пока еду приготовь мне. Ой, нам. Слушай, тебе, по факту, я буду готовить себе. И тебе так уж и быть, я с тобой поделюсь. Все, спасибо, ты такая добрая. Спустя 200 лет я наконец-то сделал портал. Фласка, как там еда? А, еда нормальная, набери. Спасибо. И вот это можешь взять. Это картошка запеченная? Да, это картошка запеченная. О, ням-ням-ням. Такое ощущение, знаешь, будто бы у нас стоит сложность прям максимально сложная, потому что мы постоянно хотим кушать. Вот как бы я только что поела, но я опять хочу кушать. Ну, потому что ты прожорливая. Что сказал? Ну, точнее, ты любишь кушать. Да. Все, 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 иду поджигать. Готов? Да. Готов? Все, погнали. Опа. Не понял. Стоп. Ты видел, где что? Стоп. Ё-моё, а если там лава? Это будет сложнее, чем я думал. Старый, мне нравится. Лава, лава, там лава. Тихо-тихо, закрывай проход, закрывай проход, закрывай. Я поеду в эту сторону. Я тогда рядом. Слушай, не капец, как лагает, а. Как я сочувствую тебе с твоим плохим компьютером. Уф, не то, что в ласке. Хи-хи-хи-хи, какая я влагая. Слушай, а как мы найдем вообще отсюда выход? Мне что-то уже не нравится вот это вот. Ты в реалистичный Майнкрафт. Ты что делаешь? А, да, умный такой, да? Умный такой. Умный такой, да? Я, да. Ты хотел меня развести, ты хотел меня, я Флекс Чан. Слушай, я не представляю, а где мы вообще с тобой находимся? Как нам вообще отсюда выбраться? Я не понимаю, давай просто наверх попробуем построиться. А зачем? Там бедрок сразу. Такое чувство, будто дождь сейчас падает такой. Из булыжника. Да если бы мне такое в реальной жизни упало бы, я бы, наверное, уже не записывал видосы. Мне кажется, нам надо вниз, походу мы где-то сверху заспавним. Давай, я как раз таки копаю. Можно я пойду посплю? Да, нет. А как и где мы? Мы с тобой выбрались! Нашли! О, наконец-то, отлично! Наконец-то. Так, железка? Железка 100% добывай сейчас, потому что она нам пригодится, если что, мы сейчас будем с тобой торговать с пиглинами. С кем? С пиглинами. А кто это? Это, короче, челики. Блин, я ничего не вижу. Куда я ступаю вообще? Вот именно, вообще ничего не видно. Так, окей, золота тут очень мало. А чё, где пиглина? Вот это что такое? Ну, не знаю, может нам... Эй, стоп. Ты в лаву упала? Или на магму наступила? Нет, на магму наступила. А, жаль, так. Я думал в лаву. Это что, радиация? Да, конечно, радиация. Мы с тобой в Чернобыле. А что за звук был вот этот? Как радиация. Да, как в Сталкере. Слушай, а куда нам? Где выход? Я не знаю, будем сейчас опять искать походу. Ты главное здесь вот ходи просто аккуратно, потому что здесь очень много дырок. Я уже заметила. Что здесь очень много чернита и на меня до сих пор падает камень. Каково будет вообще дракона убивать? Мне кажется, это будет просто невозможно. Что невозможно? Вот тут очень сложно, потому что тут, смотри, ты прыгаешь и под тобой сразу лава. Вот это я понимаю сложно, а? Ой. На меня этот слизняк смотрит огненный. Скажи ему нет. Нет. Смотрит до сих пор? Да. Блин, он не знает
Слово нет. Походу он драться хочет. Ну, сейчас я ему наваляю. Сюда. Шакаки, ты где? Я здесь. Я стараюсь найти хоть что-нибудь полезное. Ага. Ну, давай, старайся. Стоп. Скажи, как что-нибудь найдешь. Урод. Ты видишь это? Так я тебе говорю, внизу просто лава, это жесть. А, да, с тобой полностью согласен. Так я тебе говорила, под нами лава, если упасть, то это все, это ГГ. То есть, если кто-то из нас упадет, то это все, это да, ГГ. Это будет ГГ. Ты что хотел? Нет, ты я ничего хотел? Не хотел. Все, мы это. В чертогах сейчас с тобой страха. Знаешь, что мы сейчас с тобой должны сделать? Нет. И я тоже не знаю. Ой, я тебя вижу. А как отбивать? Щитом. Я хочу кушать. Пуляйся. Защищай меня. Я хочу кушать. Так, с ними можно. А сколько у тебя палок выпало? Они все тебе выпали. У меня места. Не, у меня тоже места нет, как бы. А, ну нормально, значит одна, да? Две. Это неплохо, на самом деле. Нам потребуется с тобой примерно около 5, наверное. А, нет, 5 это маловато. Ну, 10 штук, мне кажется, вообще спокойно хватит. Ты чё? Ты жива там? Да, вроде жива. Что это там упало с него? Николай, стержень упал. А, ты взяла с него стержень? Нет, это, походу, не он упал. Мне показалось, я за ним прыгала, там ничего нету. Ну, мне вообще, кстати, ничего не выпало с него. Здесь я вижу очень много... Ой-ой-ой-ой-ой, и сушители. О, вижу. О-о-о, братаны скелеты. У меня хп нет. Я кушаю побольше. Я кушаю побольше, как ты, и капец-то. Я чувствую, как я толстею. С двух сторон! А! У меня нету еды! Так, у меня-то еда есть, но погоди, у меня тоже лоу хп. Так. Все, нормально. Я еду даже не могу подобрать. Набери. Все нормально. Ласка, погнали. Война. Все, поехали, полетели, сражаемся. Не, капец, они наваливают нам. Тихо, нормально. Я ничего не понимаю, где я нахожусь. Нормально, выходи. Я еще жива, и я отомщу за тебя. Я почти за тебя разобралась. Как-то это было очень быстро. Да. Ты что, на меня? Я фласку не трогай, фласку не трогай. Фласку не бей, не смей бить фласку. Я покажу, как тебе это делать, я покажу тебе. Ох, тут слишком много. Ты нормально там по здоровью? По здоровью нормально? А, конечно, 2 хп. О, это хорошо. Ну ладно. Ребята, на этом мы будем с вами заканчивать, потому что повторно час играть я не хочу. А как это, согласен с вами? Я полностью с тобой согласен. Меня... Как меня убили там? Ну понимаешь, там такая мешанина была. Я как будто сам собой... Да, я как будто сейчас сам с собой диалог построил, сам задал вопрос и сам ответил. А капец! Капец. В общем, но если вы очень хотите посмотреть на то, как развалится Эндер Дракон, то... Слушай, давай тогда 6000 лайков у меня. Ладно, а у тебя? И 1000 у меня. 1000? Тогда у меня 999 лайков набираем, и все это будет продолжение. В общем, ребята, на этом мы будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы. Ссылочка, конечно же, в описании. Ну а с вами была Фласочка и кто? Каки, не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь они очень интересные. Что ты только что сказал? Я ничего не сказал. Акаки, ты что сказал мою фразу? Ты сказал мою коронную фразу, Акаки? Меня нет. Акаки. А он туда пошел, он наверх ушел. Да, я прям за ними пойду. Ну что, ребят, всем пока. Пока-пока.